Новый блок Сургутской школы номер 9 готов к открытию. Наталья Комарова совместно с общественниками посетила здание детского сада школы на улице Семена Белецкого. Его строительство началось в 2017 году в рамках реализации государственной программы развития образования. Бюджетом нескольких уровней образовательный объект обошелся более чем 700 миллионов рублей. Здание разделено на два блока. Общая площадь почти 10 тысяч квадратных метров. В апреле этого года двери здесь распахнутся для дошкольников, а с сентября для учащихся первых и вторых классов. Однако губернатор настоятельно рекомендовала чиновникам администрации города ускорить процесс ввода в эксплуатацию, поскольку здание уже полностью готово. С точки зрения экономики вряд ли. Простаивать кубики будут год практически. Поэтому бы я взвешенно посмотрела на это. Обратите внимание, Владимир Николаевич, Васильевич, проконтролируйте, вот, максимально использовать, ну, пожалуйста, это же бюджетные деньги, должна быть эффективность высокая, столько кубов обогреваться, освещаться, канализацию. Всего образовательное учреждение сможет принять 600 детей, 200 из которых дошкольники. Остальные – ученики первых и вторых классов. В каникулярный период с июня по август в блоке начальной школы запланирована организация летних пришкольных площадок для 150 детей начальных классов. Также будут организованы занятия дополнительным образованием – художественно-эстетической, спортивной, естественно-научной и технической направленности. Объект построен как дошкольная образовательная организация и начальная школа, то здесь, конечно, будет предложена преемственность программ к реализации, то, о чем мы сегодня тоже говорили. У нас очень серьезно в системе образования развиты такие программы, как алгоритмика, робототехника, это шахматное образование, это краеведение, это безусловно, что мы будем работать над психолого-педагогическими программами сопровождения детей, и такие программы уже существуют и на федеральном уровне.